Откуда вообще появляется такое крайне сильное чувство в человека, как месть? Это очень сильное поражение нашего эгоизма, которого унизили. Там кровная месть. И тогда, да, и тогда я готов на все, у меня не остается другого выхода. Если во мне вызвали такое свойство, как месть, то есть поразили меня в самое сердце моего эгоизма, в самую его центральную точку. То есть, что сделали этим? Не оставили мне вообще возможности на существование. Вот что значит ощущение поражения такого, которое вызывает затем месть. То есть, мне самому показали, что я ноль, что я ничтожество, даже еще хуже, чем ничтожество. Если бы я был всегда ничтожеством, то был бы всегда. А я считал себя другим, выше, а теперь меня свергли с этого Олимпа и показали, что я ничтожен. То есть никто и ничто. И здесь возникает ужасная, конечно, реакция, когда ту причину, которая породила во мне это ощущение, я готов не просто убить, сжечь, растоптать, растереть, а я хочу, чтобы она исчезла из этого мира. Вообще, в любом виде, даже в виде пепла.